О, нормально такую сумку на теребане, смотри. О, чувик какой-то, да, нормально, чего сегодня гуляем. Там я думаю, что это получится. Опа, опа, смотри, собачка. Иди, ты же псина. Из какого района, а? Иди сюда! Какие тёлки! Ты же ты! Из какого района, а? Ты попутала, малая? Нормально, да! Идиоты! Что у вас, девушка? Что? Что? Я не буду отмазывать вашего хахаля. Собаку побыли. Что? Собаку. Вы серьезно? Да. А как же декларация прав животных? Ну... Как же декларация прав животных? Статья 5, часть 2. Это же до 15 лет лишения свободы. Давайте свое заявление. Конечно, мы расстрелимся. Спасибо, девушка. Если бы все были такими сознательными, как вы. Спасибо. Подполковник Иваненко на связи. Что? Цирк? Как же декларация прав животных 2014? Цирки нелегальны. Кто это? Какая ОПГ? Кто это? Быстро, чтобы завтра были у меня в кабинете. Цирки нелегальные, 2014 года. Так, у вас 2 минуты, чтобы вернуть подрезанный мобильник. Понятно? Мобильник на стол. Сколько можно детвору грабить? Чтоб такого больше я не видел. Я вас отпускаю. У нас здесь только такой швали бывает. Свободны. Товарищ подполковник, пришли результаты экспертизы. Да. На теле собаки обнаружены микрочастицы с их одежды. Что? Так это вы избили ту собаку? Нет. Не разумеется. Что нет? У нас есть доказательства вашей вины. Вы о декларации прав животных 2014 знаете? Я вас пожизненно закрою. Когда я подойду к нему... Стоять! Не двигаться! Не двигаться! Стоял, свяжусь с тобой. Ломал голову. Кто же такой Самсон? А это ты, Самсон. В ментовке работал столько времени. А сам крышуешь цирки, да? Ты вообще в курсе декларации прав животных 2014? Пожизненно тебе за это светит. А это что? А это что? Куда пошел? А это что? Гормончиками животных покалываем, да? Разберемся с тобой. Ребят, забираем его. Нагнулся, пошел. Районного суда города Киева. Подсудимые Молотков и Докукин признаны виновными по статье 5, части 2 Декларации прав животных 2014 года и приговариваются к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обвиняемые, вам понятен приговор? Да. Развернулись медленным шагом в тюрьму, в свою камеру. Понятно? Да, разобщайтесь.